Аномальные холода, снег и штормовой ветер. Погода в Ульяновской области не дает жителям расслабиться. В регионе действует желтый уровень опасности. Полицейские спасатели просят водителей воздержаться от дальних поездок. Тем не менее, оперативные службы перешли на усиленный режим работы. На трассах дежурят межведомственные оперативные группы. Ежедневно, в течение каждых 2 часов на территории Ульяновской области проводится информирование по ГВ-радиосвязи. Водители дальнобойщиков, следующий по территории Ульяновской области. На федеральных трассах отмечено 20 опасных участков, которые мониторят специалисты. Вблизи развернуты стационарные пункты обогрева. Также полностью готовы мобильные пункты. Такой спасатели в качестве тренировки развернули на региональной трассе Р-241 в Чердаклинском районе. В теплой палатке можно отдохнуть и переждать непогоду, перекусить. Всего на территории Ульяновской области действует 57 стационарных пунктов обогрева. В готовности к реагированию находятся 2 мобильных пункта обогрева. Они приведены в готовность и в нужный момент могут выехать в любой район области. В случае неблагоприятных погодных условий мобильный пункт обогрева появится там, где возникнет необходимость. Анна Тищенко, новости Ол Правда ТВ.